Мастера красоты. Микоз – это грибковое заболевание, относящееся к распространенной группе инфекционных заболеваний. Вызвано оно патогенными и условно-патогенными грибами. Как часто мы можем встретить микоз или онихомикоз в жизни? Сами споры грибов мы встречаем с вами повсеместно, всегда, где бы мы с вами ни находились. То есть на улице, в помещении, у соседа, в своей квартире, на своей кровати. То есть они нас окружают всегда. Поэтому бояться того, что мы можем, скажем так, быть инфицированы микозом, не нужно. Мы живем с ними в симбиозе. Если наш иммунитет крепкий, мы живем, соблюдая гигиену, находимся в чистоте, убираем свои квартиры, дом, рабочие места, мы немножко выпадаем из зоны риска. Так как мы мастера педикюра, подологи, обработкой занимаемся стоп, мы немножко сопряжены с группой риска. То есть мы должны соблюдать более тщательно эти правила и немного себя защищать. Онихомикоз – это инфекция ногтей. Та же самая грибковая инфекция ногтей. То есть микозы поражают стопы, поражают ногти. То же самое они поражают кисти и ногти на руках. Это происходит реже. Приблизительно 85% всех поражений приходится на стопы, и только 15% приходится на руки. Это микоз стоп. Микоз стоп, если вовремя не останавливается, поражает очень сильно стопы практически полностью, сама стопа становится как пергамент, очень сухая, растрескивается, трещины мелкие при ходьбе лопаются глубоко, тянут за собой ткань живую, превращая эту маленькую трещину и пергаментный верхний сухой слой в глубокие кровяные трещины, на которых достаточно больно стоять. Вообще передвижение усложняется, стояние, хождение на ногах дают достаточно сильный болевой эффект. Здесь вы можете производить щадящую зачистку, человек уже здесь работает вместе с микологом и вами, соответственно. Повторюсь, что процесс лечения миколога совместно с микологом и вами грамотной зачистки будет происходить быстрее. Вот это вот как летающее такое правило в воздухе о том, что гриб не живет там, где нигде есть, соответственно, вся вот эта вот сухая кожа, которая у нас высыхает вследствие того, что микоз распространяется по стопе, она является как бы питательной средой, домом для того, чтобы микоз там жил. Что мы можем сделать? Мы можем этот дом им разрушить. И, соответственно, постоянно гигиена, постоянное применение антимикотиков, наблюдение у миколога и ваша обработка, они дают очень быстрые плодотворные результаты. Микоз сам по себе очень долго лечится. Иногда микоз может затянуться в лечении на 7, на 10 лет, если неграмотно, неправильно. Либо человек принимает антимикотики, забывает прием, неправильно ходит на приемы к вам, то есть на обработку стоп, ногтей, пропускает, неправильно гигиену ведет, гигиену домашнюю ведет, не только свою. Соответственно, в этих случаях это все утрудняет, утяжеляет работу как вам, так и микологу, и, соответственно, жизнь человека ухудшается. Микоз установленный, здесь у нас, видите, уже глубокие трещины, достаточно болезненные, наступать человек на нее не мог. Здесь после зачистки мы еще используем систему разгрузки, используем гидрофильную пленку для того, чтобы постоянно лекарственные препараты, либо питательные какие-то кремы, биовоски находились на этих участках для того, чтобы тургор кожи улучшался, эластичность кожи улучшалась, и человек более комфортно мог передвигаться, его жизнь улучшилась, движения улучшились. Оказывая такие услуги, то есть производя грамотную зачистку, используя нужные препараты, скажем, биовоски для питания кожи, либо какие-то жирные крема, используя гидрофильные пленки, либо используя разгрузки, вы облегчаете эти болезненные моменты, улучшая качество жизни человека и оставляя вашего клиента у себя. Сейчас мы видим большой палец и первую плюсневую кость. Как видите, можно сказать, что здесь обычно натоптыш. Этот натоптыш образовался уже вследствие того, что человек поражен, стопы человека поражены микозом. Сама стопа очень влажная, гидрированная. Вот эти вот участки, где как бы желтая такая ткань, сухая, как бы натоптыш, здесь, соответственно, она уплотнена, эта кожа, она, и снимать вы ее будете, как натоптыш. Она очень, сама стопа болезненна, очень воспалена, то есть она дает неприятные ощущения. Снимая такие участки, можно травмировать живую вот эту вот здоровую кожу рядом. Это делается все очень деликатно и используются очень щадящие препараты, если вы работаете на препаратах. Соответственно, конечно, лучше такие стопы обрабатывать высокооборотистыми аппаратами с подачей воды. В этом случае более нежно и более качественно будет произведена работа. В этой ситуации было бы хорошо применять разгрузки на плюсневые кости, для того, чтобы не образовывались вот эти вот натоптыши вследствие микоза стоп. И, соответственно, соскоб кожи также сдается в лабораторию, и лаборатория устанавливает нам, какой микоз у человека, и уже миколог назначает препараты. Здесь, как мы видим, тоже ряд натоптышей. Натоптыши на плюсневых костях, натоптыши на большом пальце, на фаланге. Это те места, на которых мы в принципе стоим, которые у всех практически в натоптышах. Но если вы обратите внимание, кожа такая слоистая, она влажная. Опять же, повторюсь, кожа практически сама по себе влажная, гидрированная. Межпальцевые пространства здесь увлажнены. Значит, кожа сходит слоями. Ее достаточно тяжело будет обрабатывать по той причине, что некоторые участки очень сильно уплотнены, но рядом есть участки, либо между сильно уплотненных участков достаточно тонкая кожа, которая воспалена сама по себе, и эти толстые участки, натоптыши, пораженные микозом, все эти участки, они дают достаточно болевой эффект, и здесь система разгрузок вам будет просто необходима. Здесь микоз, хронический микоз, микоз давно, и здесь человек практически не может передвигаться самостоятельно. Эту фотографию мы сделали в эндокринологическом отделении, здесь еще у нас сахарный диабет, соответственно, применение антимикотиков вовнутрь невозможно. Здесь зачистка производится крайне аккуратно, потому что кожа тонкая, хотя натоптыши здесь огромные. Повторю, что человек практически не ходит, и натоптать сам своим весом он это не может. То есть это образуется практически в лежачем состоянии. То есть вот это вот обрабатывается крайне аккуратно, крайне нежно и деликатно, и в несколько этапов. Соответственно, здесь вы можете использовать препараты, которые могут мягко растворять, либо мягко увлажнять, питать вот эти вот все чешуйки, и потихонечку, этап за этапом это все снимать. Соответственно, что вы можете в этих ситуациях сделать? Вы можете использовать множество препаратов, которые вам предлагают косметические компании. Вы можете работать с микологом, который вам будет давать советы и рекомендации о том, как обрабатывать ваших клиентов, чтобы совместно вы, миколог и мастер, вели вашего пациента к быстрейшему оздоровлению. Если, конечно же, еще и клиент ваш в это время выполняет все рекомендации не только миколога, но и ваши, то есть использование питательных кремов, допустим. При микозе очень редко назначаются увлажняющие крема. В основном кожу нужно питать для того, чтобы тургор кожи улучшался. Иногда назначают увлажняющие крема с содержанием уреи 10–14%. В принципе, практически все микозные стопы, они выглядят как сухие. И под сухим слоем это достаточно гидрированная кожа, поэтому применение уреи тоже пусть отслеживает врач-миколог. Это онихомикоз. Это как раз заболевание ногтей. Все диагнозы, то есть онихомикоз или микоз стоп, устанавливают врач-дерматолог или врач-миколог. Здесь у нас ногтевая пластина практически уничтожена микозом. Соответственно, каким микозом знает только миколог, в принципе, нам это знать не нужно. Наша задача защищать эти ногтевые пластины, тем самым есть такое небольшое условное как поговорка, гриб не живет там, где ему нечего есть. Поэтому наша задача делать чистую зачистку ногтевой пластины, чтобы не оставалось пораженной ткани и, соответственно, насколько можно глубже и безболезненно, без травмации зачищать живую ткань. Здесь онихомикоз, пожилой человек, достаточно плохая гигиена, ногти отросли, много кровоизлияний, онихомикоз распространен как на ногтях, так и микозное поражение стоп, невозможно употреблять этому человеку антимикотики вовнутрь, соответственно, вся обработка происходит только снаружи. Так как гигиена очень плохая, мастеру здесь пришлось поработать. Здесь, конечно, вызывали медицинского сотрудника уже на эту обработку. У нас поражена большой палец, то есть первый палец ноги, ногтевая пластина поражена. Как видно, она изменила цвет. В таком состоянии ногти у девушки находятся 2 года. Сейчас были сданы все нужные анализы. Значит, произведена зачистка ногтевой пластины. Саму процедуру зачистки ногтевой пластины вы можете осуществлять на своем месте. Тем самым вы улучшаете процесс выздоровления, ускоряете процесс выздоровления. Это онихомикоз, сильное поражение, то есть ногтевые пластины здесь сразу заметно, насколько поражены. Поражены все пальцы на ногах, полностью разрушены, их необходимо снимать. Здесь микоз стоп также присутствует, мы его посмотрим на следующих картинках. Также человек здесь принимает антимикотики вовнутрь и поверхностная обработка и поверхностные препараты, которые назначил миколог. Это у нас руки. Здесь ногтевая пластина пересушена гель-лаками, агрессивными средствами, соответственно, отхождение ногтевой пластины произошел онихолизис вследствие ожога, химического ожога и пересыхания. Ногтевая пластина отошла, появилась влажная среда, соответственно, развелись бактерии, развелись патогенные грибы, что привело к инфицированию. То же самое на руках производится зачистка, ногтевая пластина практически полностью снимается, сращивается, используются различные препараты. Это фотография, когда уже ногтевая пластина полностью потеряна, остался небольшой кусочек. Здесь происходит полностью съедание, наверное, вот так вот выразимся, ногтевой пластины грибами, остался маленький-маленький кусочек, цепляется за жизнь, девушка пытается отрастить ногтевую пластину, пока это бессмысленно, так как невозможно прием антимикотических препаратов вовнутрь. Поверхностные средства не помогают, поэтому, если вы видите там остатки запила, мастер постоянно делает ей протез ногтя, то есть моделирует ногтевую пластину из акрилатов для того, чтобы в летний период, в период сезона открытой обуви, девушка могла без стеснения ходить в босоножках, одевать туфельки с открытым носом. То есть вы тоже этим можете заниматься. Здесь у нас большие пальцы, также у нас произошел онихолизис, зачистка глубокая. Вот приблизительно так вы можете зачищать ногтевую пластину, чтобы не давать развитию, быстрому развитию патогенных грибов и не усугублять, не давать еще больше присоединяться другим видам, родам грибов для того, чтобы они там развивались, для того, чтобы проходило выздоровление, лечение, наверное, быстрее, вы можете работать совместно с микологами, дерматологами, повторюсь, которые сделают анализы, назначат препараты, которые человек будет принимать, и грамотно скажет вам, как часто нужно производить зачистку именно ногтевых пластин, боковых валиков, какая септика должна присутствовать при этом. Делая все это, вы не потеряете своего клиента, оставите его у себя, тем самым увеличите поток клиентов, потому что в данный момент это встречается повсеместно. Очень агрессивные средства, которые сейчас индустрия красоты нам диктует, то есть это нарощенные ногти, использование постоянно гель-лаков, лампы, в которых это все просушивается, тем самым усадочные материалы сдавливают ногтевую пластину, происходит химический ожог на ногтевое ложе, тем самым происходит онихолизис и уже происходит вторичная инфекция, то есть присоединение патогенных грибов. И здесь вы не потеряете клиента, который уже пришел с вам, допустим, на процедуру, вы снимаете гель-лак и увидели там зелень, отхождение ногтевой пластины, вы можете произвести зачистку. Допустим, если вы работаете с лабораторией, то есть взять анализ и уже направить вашего клиента к дерматологу либо к микологу, с которым вы сотрудничаете уже с установленным диагнозом. Миколог вам даст рекомендации по зачистке и, соответственно, вы будете дальше работать со своим клиентом, возвращая его в эстетику. Мастера красоты. Профессиональное обучение мастеров ногтевого сервиса с 2011 года. Присоединяйтесь.